с такого газона. Поднимаются флажки, да. 3-0. Да, забивает. 3-0 впереди. Московская. Прошел там, мне показалось, в то время как Ревита Бидл готовится в третий раз бить по воротам. Но первый раз в эту сторону. Пока у него 50%. И... Как он это делает? 66. Такой, да, как это... Не обязан ее по ходу матча. Обязан уметь, потому что эта позиция бить просто... может десятка, бить нет. Может... Ну что, с почином. Видите, так, с почином. Первые же удары, точно. Так, 21-й. Семенов. Армийцы оттягивают, смотрите, да. Назад. То есть продвижение в центр есть, но при этом от зачетки все смещение дальше боковое дальше, пока идет смещение. Нету продвижения вперед. Наоборот, на 1.5-2 метра уже откатилась назад линия нападения. И все, вывод в длинную. Оп, через землю. Бидл, Бидл. О, какой красавец. Какой Бидл, пас. Какой пас. Ох, Бидл. Вот это Бидл. И Сергей Степанов заносит попытку. Вот это попытка на заглядение по такой тяжелой игре. И вот они, мозги 10-го номера. Да. Вот они. Степанов молодец. Неудачно. Через землю. Бидл. Он оп. И вот здесь зевнули. Он здесь зевнули. Не просто крайним боковым зрением. Он назад увидел, где Степанов. Так, кстати, чуть не уронил еще Степанов мяч. Ой, да, это было бы... Вот это было бы совсем грустно. А здесь еще немножко, ну, блин, скажем честно, зевнул только... Кузнецов. Кирилл набло. Блин, ну, плеймейкер команды, он обязан это и делать. И он же будет там. И реализовывать он сделал, сейчас. Ну, могли бы нам дать повтор, конечно. Сейчас, ну, а мы посмотрим удар сначала, реализацию. Ну, я думаю, что здесь с этой он и разбегаться не будет. Бам. Здесь еще плюс 2. 10 номер, реализацию, плюс 2 очка. 13-3. И опять пошло продвижение сейчас. И опять входит 5 метров. Даже лучше, чем в тот раз. Даже лучше, чем в тот раз. И близки, близки, близки. И вот она. Хохлов. Подождите. Это попытка, да. Это штрафная попытка. Это штрафная попытка, потому что, на мой взгляд, Хохлов не смог.